Всем привет! Меня зовут Виктория. Хочу поделиться своими впечатлениями об очередном семинаре разумного человечества. Я, помимо того, что участвую в нем, я еще участвую в организации этого мероприятия. И для меня открытием этого года было то, что я поняла, что я могу больше, чем я думаю, что я могу. То есть всегда перед семинарами очень много событий, очень большие объемы вообще всей работы, которая только есть. И иногда мне казалось, что я не потяну это все. А потом я очень удивлялась, как я все это смогла сделать в сроки, которые были отведены, и объемы, которые были установлены. Я, конечно, до сих пор прихожу в себя от того, что я открыла себе что-то новое еще до семинара. Ну и, конечно, каждый семинар, он уникален. Григорий нам рассказывал в этот раз, что у каждого мастера есть своя энергетика, что каждый мастер работает на своей энергии. И вот энергия Елены и Григория — это про радость, про тепло и такие вот детские воспоминания, сразу всплывают детские ощущения, такой какой-то безусловной радости и любви. Очень в этом приятно находиться, купаться в этой атмосфере, в этих энергиях. Каждый день мы просыпаемся, у нас зарядка, купание, лекции, мы готовим еду, мы вкусно кушаем, пробуем разные блюда. И когда я еду на семинар, я знаю, что вот сейчас до семинара мы потрудимся очень плотненько, но потом я приеду на семинар, и здесь я буду восстанавливаться, отдыхать. Это будет действительно восстановление, действительно отдых по-настоящему. Я очень благодарна Елене, Григорию за такие мероприятия. Очень благодарна ребятам, которые сюда приезжают, потому что мы каждый день сталкиваемся, взаимодействуем, раскрываемся для себя же самих по-новому, решаем разные вопросы, разные ситуации со всеми людьми. И это, конечно, бесценный опыт. Если вы думаете приезжать, не приезжать на семинар разумного человечества, я рекомендую все-таки вам как-нибудь на это решиться, потому что такого я много где была, в разных организациях, мероприятиях, я такого не встречала. Везде что-то свое. Но вот то, что здесь есть, это просто поистине уникальные вещи. Всех приглашаю!